النبي صلى الله عليه وسلم يقول Пророк صلى الله عليه وسلم говорит كل مولود يولد على الفطرة. Каждый новорожденный рождается на естестве. يعني يولد وهو يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. То есть рождается, будучи верующим в существование Всевышнего Аллаха سبحانه وتعالى. لكن ماذا يحدث؟ Однако что происходит? قال عليه الصلاة والسلام فأبواه يعني الأب والأم. Однако Пророк صلى الله عليه وسلم сказал, что его родитель, то есть мама и папа, يهوداني делают его иудеем, أو ينصراني или христианином, أو يمجساني или огнепоклонником. كيف؟ Как? بأمور منها некоторыми вещами из них الكلام باللغة الروسية الآن الولد إذا نشأ وتكلم باللغة الروسية ما معنى هذا؟ То есть, допустим, они разговаривают с ним на русском языке, и если ребенок начинает растет и говорит только на русском языке, к чему это приведет? Он автоматом на него будет влиять культура русских. يعجب بهم ويفتخر بهم ويفتخر باللغة الروسية. Он будет любить, он будет гордиться тем, что он знает русский язык и что он живет в этом обществе. سبحان الله. ما هي لغة كل مسلم? سبحان الله. Какой язык говорит каждого мусульманина? اللغة العربية. Арабский язык. لابد نهتم باللغة العربية. Мы должны обратить особое внимание арабскому языку. تعلم اللغة العربية على قسمين. Арабский язык изучается двумя путями. قسم واجب. Первое, что является обязательным, то есть тот язык, который должен каждый знать мусульманин без исключения. يقرأ الفاتحة لابد. То есть научиться читать фатиху на арабском. يقول الله أكبر. Говори слова Аллаху Акбар. يقول التحيات لله والصلوات والطيبات. الأشياء التي لابد أن يتكلم بها باللغة العربية هذه لابد يعرفها. То есть выучить наизусть те выражения, те слова, которые он использует в поклонении, которые он должен произносить только на арабском языке. لا يمكن أن يصبح إماما طالب علم في اللغة الروسية لا يمكن يكون باللغة الروسية لابد أن يتعلم اللغة العربية حتى يعرف العقيدة يعرف الشريعة 100% يعني يعرف معرفة صحيحة لا يستطيع أحد أن يلبس عليه بالبدع بالخرافات. Человек не может стать требующим знаний, не может стать ученым, не может стать имамом, если он не знает арабский язык на 100%. Если он не будет знать арабский язык, то это повлияет на него. Его могут заблудить приверженцы на уведении и подобные им. لماذا نحن الآن عندما أنا ألتقي بك مثلا لماذا نتكلم باللغة الروسية لماذا مثلا أقول لك مثلا كاكتيلا لماذا Почему мы, когда сейчас встречаемся друг с другом и знаем арабский язык, обращаемся друг на русском языке и говорим, как дела друг другу? لماذا لا أقول لك كيف الحال? Почему не говорим كيف الحال на арабском? لماذا عندما الآن يعني مثلا أريد أشكرك على شيء? Почему, если я, допустим, тебя хочу поблагодарить за что-то? لماذا لا أقول لك جزاك الله خيرا هذا الكلام أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مبالغة في الثناء. Почему я тебе не говорю на арабском جزاك الله خيرا и на эти слова нам указал Пророк صلى الله عليه وسلم и сказал, что это самый лучший вид благодарности? نعم. لماذا أقول له مثلا سبسيبة مثلا? Почему я говорю друг другу? Почему мы говорим друг другу спасибо? عندنا بعض الكلمات نعرفها يعرفها كثير من يتكلم باللغة الروسية لكن لا يتكلم بها. У нас есть очень многие братья, которые говорят по-русски язык и на русском языке и знают на арабском какие-то слова. Почему не используют эти слова? يستطيع مع زوجته أن يحاولوا ويجتمعوا على إصلاح هذه الأسرة حتى لا تكون طريق إلى الهاوية نسأل العافية السلام. Пусть начнет первый со своей жены, то есть начнет с женой исправлять это положение, а в противном случае это может нас привести к гибели.